Всем привет! В этом видео хочу сделать небольшую реставрацию и заточку вот такого ножа. Это советский перочинный цельнометаллический складной нож, так называемый школьник. Еще его называют нож старшеклассника, так как в нем уже есть открывашка для бутылок, и он намного больше, чем обычные ножи школьники. Сейчас выполним чистку ножа с помощью баллистола, почистим его от грязи внутри, уберем ржавчину, потом выполним шлифовку, полировку и заточку клинка. После этого нож будет как новый, и посмотрим на его режущие свойства. Итак, приступим. Так, на этом все работы с ножом закончены, нож как новый, стало видно клеймо завода, выполнили шлифовку, полировку, нож блестит, пружина на ноже работает просто отлично, нож щелкает. Как дополнительная опция можно сделать воронение клинка, так как сталь здесь углеродистая, но мне больше нравится блестящий вид клинка. Оставим пока так. Если вдруг будет ржаветь, можно сделать воронение, так как это очень быстро и практично. Теперь давайте проверим остроту клинка. Как видим, нож острый. Уверен, что для школьника, чтобы заточить карандаш, этого вполне будет достаточно. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, поддержите канал лайком. Буду очень рад за комментарий. На этом все. Смотрите мои другие видео. Думаю, вам будет интересно. Всем до встречи. Всем пока.